Программа «Из глубины». Сегодня мы собрались в гостях у группы «Контрабанд». Это коллектив, который играет музыку «Ой». И немного побеседуем об этом и другом. Всем привет! Ну, как давно сформировалась ваша команда? Ну, где-то на рубеже как раз конца 90-х, начало 2000-х. Примерно. Этого уже Ельцина не было? Не, еще был. Да, походу, был. Ну, это так, как бы. Ну, то есть, это тоже было на части революционных таких движений, то есть, как такое, вместе со всеми панками там. Да, собственно, нет, как бы, просто захотелось что-то сделать, да и всего-то делов. То есть, как бы, до этого были какие-то там проекты, ну, незначительные, грубо говоря, там, сидеть там у кого-то дома, там, в комнате, наигрывать, там, бас, гитара, там, какой-то микрофон и, там, чемодан, и какой-нибудь пионерский барабан, например. Пахматый, прекрати, я знаю, что ты виртуоз. Шрапнель поиграли, поняли, что, блин, кошмар не может нихуя, мяукает, блядь, пизду, короче. Вот. А лентяй как раз хуярил тексты, вроде такие. Я даже помню, вонючие дни проходят каждый день. Вот. Вау, давай хуярить такой панк-рок. Изначально в гараже, как бы, это, ну, Ситянский с кошмарами приехал. И мы такие, типа, ну, давай шрапнель, короче, там, сделаем. Вот. А там как раз что там вот этот? Алкоголь. Нет, этот мутился-то. Панк-обстрел. Второй или первый? Ну, первый. Второй, наверное, да? Он говорит, давай запишем, сейчас отрепаем. Ну, и запишем, короче, шрапнель опять на панк-обстрел. Ну, попытались там что-то сделать, как бы. Ситянский что-то нахуй вертел. Ну, приехали на Каширку, там такой олдовый, короче, звукарь, такая олдовая студия. Ну, в кинотеатре «Мечту», что ли, там, да? Ломились. Ну, что-то я не помню. Она закрыта была. Не помню, ну, там что-то. Помню, репетиция какая-то была. Не, ну, приехали, что-то там, железная что-то дверь, что-то там, где-то рядом. Не-не-не, мы все нормально. Я тогда не поехал. Ну, вы сразу решили заиграть именно «Ой». А, ну, как-то да, по крайней мере, я как бы очень близок к британской культуре был, как бы, и вот вторая волна, как бы, панка и там «Ой», там вот это вот все движение, как бы, очень на тот момент интересовало. Ну, по крайней мере, нравилось. Вот, как это все звучит, как бы. Ну, откуда эстетика, такое оригинальное название? Название там, в принципе, как бы никто особо что-то и не выдумывал. Контрабенд, там, не в плане там контрабанда там каких-то грузов, а как контра, противостояние да, всему, что там, грубо говоря, на тот момент. На тот момент интернета не было еще. Ну, интернета в домах еще не было. Если и был, но это как бы такой очень скудный доступ. Контрабенд, можно сказать, второе название группы-то. А первое какое? Которое именно потом назвали. А первое было «Конфликт», ты хотел. Банально, Хоботов! На здоровье! Независимые умы никогда не боялись банально. Но потом посмотрели, что много конфликтов по всей этой, по всему земному шару, ну, да, как да. бы с одним из этим названием еще повторяться. Раскрылась, да. короче, фишка вот. Названия. То есть, либо там увидишь конфликт, да? То есть, ну, как, конфликт. Опять же, такое антисоциальное. Ну, что-то такое, название, да, провокационное. Все, да. Вот поэтому, как бы, вот, а тут контрабенд, как бы, да, вот так, опа. Ну, там вроде посмотрели, как бы таких, как бы, команд не знаю. Кстати, вот эта вот команда, как вы говорите, метальная, да, там, ну, там не метальная, да, которая там какую-то пиздатню играет, там, хардроковую. А она-то, кстати, это, блин, она-то позже даже, это какой-то проект вообще был. Вот, а какие-то рэперы, да, блядь, там были, да. Вот. А, и была как бы на, как бы, украинская, по-моему, команда киевская, такой дэт метал хуярила там, ну, именно «Контрабанда» называлась. А потом еще «Контрабанда», блин, скопанковская, короче, из Подмосковья была. Я еще помню, как бы это, приколол Слава Ширинкин такой, говорит, типа,
Он сидит на работе и говорят, блин, типа, вот, говорит, вокалист контрабанды, короче, умер. Вот. А как раз они тогда у нас на базе репетировали, как бы, и он такой приезжает, говорит, нихуя себе, говорит, блин, типа, мы там что-то прикололись, блин, кто там, Тарзан, типа, умер, типа, блядь. А тут приезжает, он живее всех живых, я такой же пьяный, блядь. Ну, то есть, все нормально, как бы. Хватало названий. Ну, тогда вопрос в том, что как, когда мы это все это в итоге утвердили, так сказать, да, как бы мы не знали таких команд, как бы, ну, под, да, этим названием. Мы как бы особо-то и не искали, и не пытались искать. А да и не было там, никаких, знаешь, гуглов, там, поисков, блин, на то время. Придумывать как бы еще дальше, как бы, ну, что-то вроде как бы хотелось вот в таком плане. Сейчас, допустим, если какая-то команда хочет заниматься творческой деятельностью, они уже заранее придумывают. Так, мы купим сайт, сделаем себе сайт, мы берем, значит, как бы делаем там сразу обложки, то есть песен еще не придумано, обложки уже есть. Там шрифт обязательно. А насколько, обязательно. Насколько альбомов обложки должны быть? А это какие команды-то? Да любую, да, возьми любую, какую-то вот залезть в интернет, как бы там... Не, в наше время как было, там, раз, там, сочинил, да, там, три аккорда, там, блатных, научился на гитаре, ну-ка, дай-ка. Вот, вот в чем у нас беда, вот. Понимаешь? Вот в чем у нас беда. Поэтому у нас альбом выходит, блядь, раз в 10 лет, ёпта. Потому что мы нихуя не можем придумать ни обложку, блядь. Это да. Ни всю эту хуйню, блядь, распиарить, да? А просто тупо, блядь, давай как, блядь, вот порепаем вот этот текст, давай вот этот, как бы, блядь, о-во, трек получается уже такой, о, такая песенка пошла. Потом, а потом, короче, перерыв месяц, ёпта, блядь, а чё там играли? А хуй его знает, что там играли, давай по новой, ну давай по новой. Вот так получается, да? Да, уж. Ну, это, как хорошо. Бы, музыка, ой, музыка рабочих. Окраин, то есть подпольная, грубо говоря. Ну, мы стараемся держать марку Underground, поэтому ее до сих пор не найти. Ну, а поскольку... Точнее, мы не занимаемся никаким этим... маркетингом. Да, продакшеном и всем. Как мы модные слова, да, группа. Модные слова мы, как бы, эти, конечно, знаем, но... Ну, понятно, но поскольку ой, это считается музыка, как бы, правой молодежи, как бы, по политическим взглядам, или левой, то есть у вас в текстах я вот лично не заметил ни как бы и не правой тематики, ни левой. А как вы сами так характеризуете вообще вот это явление? Ну, как-то мы не задумывались над такими вообще вещами, там, как в политику, там, не знаю, музыку, уклон, собственно, дела. Ну, в то время, когда начинался этот стиль, да, вообще появился, да, никто и не думал там о какой-то политике, да, это именно как... была какая-то статейка, да, именно как вторая волна панк-рока. Угу. В том числе вот как бы жесткий, да, такой панк, кричащий, угу, орущий. Вот, стиль как бы, ой, ему соответствует. Да. Ну, да. Поэтому ну, изначально никто и не думал, да. Там творчество, оно заключается как бы в том, что как бы видишь, кто тебя, ну, что окружает, то ты выплескиваешь там музыкой, да. Какими словами, кто-то картинка. Опять же, это как бы вот ты говоришь, там вот чисто там стиль ой такой вот, да. У нас не было как бы четкого определения, там стиль ой. То есть там, ну, как бы панк, ой, ой, панк, там, грубо говоря. Ну, ну опять да, ой, же, панк, в принципе, хардкора. С элементами там любого другого там, да, припанкованного стиля, как бы. У нас нет как таковой вот линии, мы играем ой, то есть это, эти четыре аккорда рубить, как бы там, ботинки, подтяжки, там, тёлки, пиво и все остальное, как бы у нас нет такой, как бы, стремленности к этому вообще. У нас, как бы, вот, в принципе, окружающая нас действительность, как бы, и не более того. Mm-hmm. То есть, ну, то есть, в принципе, как ой, вашу музыку можно охарактеризовать просто согласно каким-то канонам, по которым она звучит. А сами... Ну, это как бы, грубо говоря, как какую-то часть этой музыки можно, да, отнести к этому стилю. То есть, как... А вот кто пишет текста? Ну, в основном я, как бы, ну, как бы, бывает и... Получается, весь тот, ну, как бы, такой негатив, агрессия, это то, что, как ты выразился, видишь вот вокруг, ну, вокруг. Нет, ну, мы, конечно, как бы, там, тоже каким-то каноном стиля, как бы, пытаемся
все это дело преподнести, как бы, да, но тем не менее, как бы, все равно тут не надо ходить далеко там или там ездить за границу, как бы, чтобы написать там какой-то там текст, грубо говоря. Ну и опять же, у нас не только такие злые тексты, у нас же есть и вполне добрые. И веселые. И веселые. Которые нравятся молодежи. Ну, мало, мало, конечно. Никаких политических лозунгов не выдвигали, и, соответственно... Не, ну мы так... Политической жизни страны, протестные, как бы, тоже не участвовали. Нет, мы больше, как бы, антисоциальные какие-то, может быть, вот, движи под... Ну, антисоциальность, в чем она вообще, по-вашему, должна выражаться? В чем выражаться антисоциальность? Ну, как? Вот я пытался много-много лет, допустим, собственно, не работать там на дядю там, или на тетю каких-то вот, мероприятиях никаких не участвовал. Ни разу не ходил на выборы. Ну, как бы это, как бы, да, лирика все, как бы. Нет, ну, как бы, хотя бы в тех же там текстах, как бы, что-то как-то, блин, знаешь, там настроение оно должно чувствоваться, да. То есть там. Ну а в целом, вот не работать. Получается, что создание студии, оборудование студии, это как бы получается уже и не работа, в общем-то. Это... Конечно, это как бы это ты уже занимаешься своим делом. Не, работать приходится, как бы. Рано или поздно это все наебывается, да? Свое дело, оно не относится к социуму и тем самым, в общем. Да, я не платил налоги. Вырезать. Ну, может, не вырезать. Никогда не платил налоги. Не знаю. Не откладывал на пенсию, ёпта. Ну, что там еще? Как, где там в этом социуме? Наблевал где-нибудь там, не знаю. Ну, это ты уже утрируешь, опять же, все так расписываешь. Насрал, может, где-нибудь там, по дверь кому-нибудь. Ну, не знаю. Как... Что-то как-то не надобно было. Ну, нет, знаешь, как бы просто вот видишь, как бы там, вот там люди такие пиздатые радуются, охуенно, мы идем с работы. Ну, как бы мне за них, как бы, стыдно немножко. А, так было. Нет, просто получается, это панки в антисоциальном плане, как правило, куда-нибудь должны насрать, а приверженцы стиля... Ой, приверженцы стиля, ой, да, не должны срать, ёпта, под дверь, ёпта, ни в коем случае. И поджигать коробки из-под торта. Подейсь, тропа! Эй, парнишка, ты чего? Да нет, просто как бы, вот есть негативное отношение к этому, ко всему, да, вот, посип. Пусть там панки, блядь, ёпта, пусть там скины, блин, как бы, ну, как бы, и как бы хочется, как бы, с этим не сталкиваться просто, да. Вот неприятно мне эта ситуация, я не хочу в этой ситуации быть, да. Ну, жизнь, как бы, диктует свои права, да, ты сам знаешь, и иногда приходится, да. Ну, как бы, тем не менее, как бы, я так ставлю галочку, что это ненадолго, да, и очень сильно на это надеюсь. По крайней мере, в данный момент, как бы, у меня вот такая галочка стоит, и ничего пока я с ней не могу поделать, потому что вот, несмотря на эти антисоциальные, как бы, потуги, как бы, да, у меня теперь, как бы, есть семья, как бы, вот, дети, как бы, и мне приходится, тем не менее, как бы, как-то выживать. Я бы, конечно, с удовольствием, как бы, блин, старался бы не подвергаться вот этому насилию, блядь. Даша. Сейчас группе уже практически где-то 16-18 лет в целом. Ну примерно так, да. На данный момент. А сколько официально альбомов записали? Да немного, собственно. Официально у нас... Официальных дисков у нас, ну, на одной руке мы вместе. Если брать диски, да, там первый сплит был с Галгеном, «Злое время» назывался. Потом первый альбом, как бы, вышел, это «Бей первым». В принципе, и следующие «Невиновных» нет. Так как у нас все не длится так слишком быстро, например, как у гражданской обороны там, в свое время, или у «Сектора газа», там, или еще у каких-то групп, да. Вот. У нас все это долго все идет, уверенно, где-то что-то мы дорабатываем, поэтому, к сожалению, так часто не выпускаем. Вот. Да, сейчас вот на выходе... Последний был диск как раз с питерскими «Вязбой». И московскими «Мизантропами», да. Ну, да, был такой тираж. Разошелся весь, да, тираж. Небольшой тираж, как бы, скажем так. Вот. Хорошо зарекомендовавший себя за границей. Угу.
я совсем не такой, как вчера. Я умер тогда. Получается, что оттачивать материал так вот не спеша, неторопливо, он позволяет студии, и насколько мне известно, на протяжении творческого пути он постоянно обзаводились собственными студиями. Вот это было бы очень интересно. Вот расскажите про свою первую студию, которую удалось вот замутить, например. Ну, как, не постоянно? Не постоянно, конечно. Да. Если бы постоянно, мы шли. Бы вообще были в шоколаде. Изначально это были базы репетиционные. Была первая база в Капотне. Изначально вообще начинали в гараже, там начинали какие-то комики, где-то достали какие-то гитары, там Уралы, там ребята там давали, там с Дубны, там какие-то остатки, в том числе что-то там пытались что-то делать. Ну, со временем росли, как бы качества не хватало, там в ДК, в Капотне у Димы там рядом было как раз ДК. Да, познакомились база, с ребятами, ребята, как бы у них там как бы студия, база, все дела. Хорошие как-то ребята, вот. В принципе, у них там репетировали все, что-то даже записывались, да, там поначалу какие-то вещи. Да, свои, да, что-то живьем делали. Писали, да, писали. Вот. Потом как бы уже начали, да, там, возможно, какая-то появилась там свое помещение где-то там, вот, своими руками там что-то построить, ну, чтобы было как бы свое. Приходишь, да, там. Это за свой счет, то есть. За свой счет, да, ну, работали, рабочий класс, то есть. Работали на свои деньги, вкладывали. Это еще и кирпич, там цемент. Ну, это, ну не прям так глобально. Это ты, конечно, разогнался. Это облицовка. Да все намного проще, конечно. Ну, вы же сами тоже немножко принимали это участие в то время, там, будучи в группе то да сё-то. Вот. И вместе мы с вами там на сцене-то на одной зажигали. На цементном заводе? Асфальтовый завод. Да, асфальтовый завод. Вот. Ну, веселое время было. Были бы тогда камеры, можно было там снимать шикарнейшие клипы. Я так, ну, конечно, такой. А Аронов бы, наверное, обрадовался. Да, индустриальный. Там. Привет, Аронов. Да. Привет. Ну и потом, значит, уже, получается, появилась такая полноценная студия, которую можно было даже арендовать другим музыкантам. Ну, это не совсем потом. Это появилось, грубо говоря, в 2010 году. Mm-hmm. Вот. Это была коммерческая студия, да, туда уже вложилось много денег. Как раз там, вот, как ты говоришь, кирпич, цемент и все остальное. И всякие акустические материалы. Она долго строилась. Очень много туда вложилось сил, как бы, и денег. Вот. Ну, будем считать, что она как бы отбила себя. Ну, это был бизнес. Да, это скорее как бы уже именно коммерческая основа была, как бы. И... Посредством этих кризисов это все подобломалось, да? Ну да, как бы скорее даже этот кризис, вот как он там называется, кризис, не знаю, в 2014 году, да, mm-hmm. повлиял еще как бы вот, на многих музыкантов, как бы, то есть как бы, что-то люди как-то обеднели, mm-hmm. больше уделяли время работе, там, заработку, там, семьи у кого, то есть кормить там детишек, спиногрызов надо было, вот. И, собственно, как бы все это пошло на нет. Ну, то есть выживать, как бы, там еще пару лет попробовали, как бы, но это тяжело уже было. Иметь коммерческую базу, мы как бы отказались от этой затеи. Но опять же, это как бы не только как бы к контрабенду база относится, это еще были люди, которые. Весь материал, получается, записывали не на своих студиях, а все-таки на других профессиональных. Да нет, как... Последний альбом как раз записан на своей вот студии, да, на свой аппарат. Вот, вот который до сих пор сводится, да, и никак не сведется. Здесь, тоже. Например, сейчас сводится. А кто звукорежиссер? Это мы пока будем держать в секрете. В секрет? Да, конечно. Известный звукорежиссер? А это даже не его как бы, проблема, это больше в нас была проблема, как бы, то, что мы это очень долго и упорно, короче, репетировали, записывали, переписывали. Ну, то есть, как бы, вот этот образ жизни, как бы, то, что вот вроде как бы ты находишься на своей студии, он как бы очень негативно повлиял на то, что как бы... Пишем. Молча стоят! Молча стоят! Чё пив, ёпта? Ну, блядь, ты, блядь, всё. Лучше стоят! Лучше стоят! Ну, смотри, а вот такая, получается, консервативная, как можно сказать, тусовка, консервативная, можно сказать, даже и музыка,
она работает таким образом, что когда делаешь концерты или какие-нибудь интересные вещи, ну, творческие, как бы, то, в принципе, там своя аудитория, по сути дела, складывается, как бы. У вас вот не было желания, там, попыток как-то расширить аудиторию, там, может быть, там, за счет, там, не знаю, синтезатора музыки, там, или что-то, там, не знаю, там, песни про рыбалку? Можешь не продолжать, просто скажу, что нет, не было, вот и все. А то, ну, песни про рыбалку, например. Песни про рыбалку, это, ну, это, блин, это надо уже шансон какой-то выдавать хотя бы. Ну, вот у вас на сайте есть целая рубрика, посвященная как, Сетянскому, как бы. Кто это вообще такой, почему вот он имеет такое непосредственное отношение к группе «Контрабэнд»? Ну, это в недавнем прошлом или давнем участник активной группы «Контрабэнд» тоже. Ну, зарекомендовался как мультиинструменталист, как минимум. Поэтому на тот момент времени, когда создавался сайт, решили посвятить ему. Да, да. Нельзя было его обойти стороной. То есть, как бы, ну, куда не пойдешь, все равно вот будет перед тобой Сетянский. Как бы. То есть его образ должен был как бы остаться. Хотя, ну, бы на страницах интернета. Какой-то. Знак свыше, то есть, допустим, вот группа «Аксион», есть Гаркуша, он там не поет ничего, как бы, но всегда на сцене присутствует. Ну, значит, Сетянский даже поет. Вот в чем еще дело. То есть, как бы, тут я и говорю, тут не, даже сравнивать с «Аксионом» не стоит. То есть это как бы небо и земля. Угу. То есть, ну, там не зря было написано «Человек и пароход», как бы. Ну, это... Песня «Гуманоид». «Гуманоид», да, к нам примчится. Ну, не обращали внимания вот, на, ну, как бы новые команды, которые там вам близки по духу, то есть там, с которыми вместе выступать, именно вот, ну, реально новые. То есть сейчас уже практически выросло следующее поколение, то есть тем, кому там по 20 там, лет, там, по 22. Там. Слушай, у нас что-то как так получилось, что вот у нас как бы есть своя сцена, да, своя, небольшая, да? Своя, и получается, что-то даже и хотелось бы, чтобы кто-то был, да? Ну, как-то вот что-то не получается. Опять же скажу то, что я как бы не рулю всю эту как бы тему, как бы в плане концертов, там, продвижений каких-то там. Вот. Есть люди, которые этим занимаются, как бы, и как бы зовут нас, вот и все. Как бы. Но мы как бы вот там да или нет говорим, да, вот мы играем, не играем, как бы. Вот. Ну, наверное, да, есть какие-то команды, я думаю, должны быть. Как-то. Ну, то есть, а у них, соответственно, своя тусовка. А у них своя тусовка, да, как бы, ну, может быть, там, когда-то там придет время, там, эти тусовки пересекутся, как бы, и все это, там, будет уже больше сцена, да, как бы, ну, пока как-то, ну, были там какие-то, наверное, всякие случаи, там, с новыми командами, да, вроде как бы, вроде все в теме, как бы, а получается раз как-то, они там... особняком идут. Ну, как бы ничего не страшно, у нас как бы вот есть своя публика, как бы небольшая, да, есть свои команды, с которыми мы играем, как бы вот обойму свои, и все. В современном мире, в принципе, уже принято, вот как бы обходя уголовный кодекс, который каждый раз расширяется новыми и новыми статьями, он же касается и музыки «Ой», и многих других, как бы, но уже вот как острие этого протеста, может быть, или что-то еще, принято оскорблять друг друга, вот как бы в витиеватой форме, некие... осуществляя такие батлы, а вот не было такого желания, допустим, или может как вот идею вам предлагаю, осуществить, допустим, «Ой» батлы, или, допустим, там панк батлы. Ну, слушай, если такой знаток, ну давай предложи, кого нам оскорбить. Ну, то есть нужно в стихотворной форме... Ну, в стихотворной, не стихотворной, как бы, ты вот, допустим, скажи, кого нам надо оскорбить. Кого позвать на батл? Да, например. Не, ну, позовите на батл, ну, скажем, например, своих же друзей, группу «Обиралис». Хотя
охренеть. И чем их оскорблять? Во-первых, как бы выбирались, да? Это группа таких, как бы, алдовых, как бы. Как они же там позиционируют себя? Алка. Нет, не алка, не алка. Не алка. Это группа, как бы, такое, да. Ой, шансон, наверное, как бы. Ну, в общем, злобные тоже чуваки. Они, что, тебя как бы на ножи и все. Какой тут батл получится? Не, ну это... Ну, то есть, как бы, мы что там, бутылками будем пустыми? Несовременный? Только это нормальный батл получится, да. Вот. Не, я помню, как бы, Змей, ну, группа «Знак вопроса», да, вот, предлагал нам другой батл. Именно батл. Не знаю, там все именно от этого слова начиналось, как бы. Должны были браться 5-литровые канистры спирта, как бы, вот, разбавляться, как бы, вот, садиться там, как бы, в круге, там, несколько человек, как бы, участники, вот, там, грубо говоря, контрабенд и «Знак вопроса», и, как бы, вот, употреблять, как бы, ну, там, кто последний, там, поднял стакан, как бы, тот и победил. Вот, как бы, батл такой, например. Вот. Ну, что-то как-то у нас все не срастается. Да, нам ближе. Не срастается. Это все-таки лучше, чем оскорблять. Да, нормальный такой дружеский батл. А зачем там, что, ну, вот на кого-то там... Ну, да, панк-батл назовем. Панк-батл. Не то, что какой-то там рэп, там, да, там. Да, нормальный батл, да. Во, кстати, он соберет, как бы, сколько там эти батлы-то собирают просмотров. Вот. А этот соберет там, я не знаю, там 13 там, просмотров. Вот. И... Ну зато каких? Зато каких, да. Чтоб отомстить за оскорбленных, чтоб отомстить за оскорбленных, он убивает золотую молодежь. Чтоб отомстить за оскорбленных, чтоб отомстить за оскорбленных, он убивает золотую молодежь. Всю вот эту рок, панк, ой, культуру уже стало принято разделять, скажем так, на вот тру и там абрыганов. Вот как вы относитесь к абрыганам, например? Не знаю, мы как-то уже давно вот с такими тру-панками как бы не играем. Ну, то есть вы не абрыганы, не? Мы? Ну, нет, ну почему, как бы, для кого-то абрыганы, для кого-то не абрыганы. То есть, ну, тут как бы у каждого свое. Можно глупый вопрос, а это кто? Я вот даже не понимаю, если честно. Абрыганы там, тру какие-то. Есть панки, есть не панки, есть там скинхеды. Нет, просто я помню раньше вот эту вот... Тру, не тру. Тема такая вот была, вот этот появился поп-панк, ну, как у нас он там, грубо говоря, появился, да. То есть он там изначально вообще был там, если там копать там в 70-е, он уже был. Вот, и как бы вот такой, как сейчас там, панк-хардкор, да, или панк-хардкор. Хардкор-панк это все-таки немножко такое интеллектуальное движение. Там. Вот, панк-хардкор, короче. Вот панк-хардкор это, получается, были абрыганы, я насколько помню, да? Ну, ты должен знать. Не, ну, абрыганы это, типа, как я понял, слушают русский рок, такой вот прям русский. Ой, ну, это совсем, как бы, все очень утрируешь. Что-то. Плюс... Тогда я не знаю тоже, что такое абрыганы, как бы, вот честно тебе скажу. Не, ну, плюс... Я думал, которые много пьют, потом блюют. Много пьют, соответственно. С другой стороны, это одно с другим как-то связано. То есть, эти... Ой, слушай, мне кажется, можем там прийти и на русский рок, как бы, и я не знаю... А в чем плохо русский рок? И на русский рок, как бы, и так же нажраться и блевать. В чем проблема-то? А, ну, мы сейчас будем говорить долго, что такое русский рок, наверное. Нет? Программа «Из глубины».